En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas a la excelentísima señora Cristina Fernández, Presidente de la República Argentina, y la invito a dirigir la palabra a la Asamblea. Muchas gracias. Señor Presidente de la Asamblea, señores miembros Ассамблеи, de esta honorable Asamblea, члены, уважаемые, en primer lugar, Генеральной Ассамблеи, agradecer позвольте мне, un hecho que прежде всего, fue muy relevante y que tuvo lugar en este mismo ámbito что в этом же зале несколько дней тому назад состоялось очень важное мероприятие, la Asamblea, а именно в сентябре этого года, когда Генеральная Ассамблея votos positivos, decidió aprobar проголосовала 136 голосами para la reestructuración в отношении утверждения базовых руководящих принципов смягчение положения с бременем задолженности стран. Это, безусловно, явилось триумфальным решением, ведь речь идет именно о бедных странах, проблемы которых мы пытаемся помочь. Это требует, конечно же, смягчить их бремя задолженности в области внешней задолженности. Страны лишь определяют свою макроэкономическую политику, они также должны решить, как им реструктуризировать свою задолженность в духе доброй воли, транспарентности, справедливого режима в их отношении. И поэтому каждый должен быть на равных с другими. Суверенитет с точки зрения юрисдикции, осуществления легитимности – это основа основ. Столь же важна устойчивость. Это, пожалуй, самый важный принцип, поскольку речь идет о выплате задолженности и с уважением относиться к своей задолженности, но отнюдь не за счет голода и нищеты тысяч людей, sustentable el desarrollo y el crecimiento de una sociedad. Мы должны развиваться развивать свое общество на устойчивой основе и не должны это ставить под угрозу. Это поэтому один из самых основных принципов, который пока отсутствует в нормообразующей сфере. Это, пожалуй, один из принципов, который жизненно важен для всего мира. Когда банкротятся компании, когда компании не в состоянии выплатить задолженности в любой стране, включая здесь, в Соединенных Штатах Америки, и когда банкротятся муниципалитеты, как достигается консенсус? Как мы решаем вопрос о квалифицированном большинстве, когда им приходится договариваться с компанией? В Соединенных Штатах они устанавливают расписание платежей, и это стало частью закона, и это является обязательным требованием для других кредиторов. И когда 76% с этим согласны, это говорит само за себя, этот принцип также проявляется и в тех случаях, когда большинство определяет одну форму платежа, которая относится к другим. И этот принцип мы должны одобрить и здесь. И мы решили представить на рассмотрение нашего парламента проект закона, который должен стать частью нашего законодательства, который бы обеспечил контроль за внутренней практикой в нашей стране.
При этом исходили из практики дефолта картины в 2000 году. Тогда это был важный вопрос суверенитета. И с тех пор мы быстро развивались, у нас темпы развития были достаточно высокими. И это задолженность, кстати, мы унаследовали от прежнего руководства. Еще в 1976 году было свергнуто правительство, не действовал конституционный порядок. И только на 90-е годы мы столкнулись с проблемами в рамках режима подмене валюты. За 1 песо не давали даже доллара. Но Аргентина смогла выйти из этой ситуации, восстановить свою экономику, свое общество. После того, как политики взяли под контроль экономику, и в 2003 году политики вновь овладели экономикой, и тогда они решили созвать всех кредиторов в 2005 году. Это же произошло и в 2010 году, когда уже была президентом, а предыдущий случай произошел при президенте Киршнере. И в выступлении он сказал, что задолженник не может оплачивать долги. Было крайне необходимо дать возможность расти территории. Мы ждали этого от Аргентине, мы ждали этого от кредиторов. Он при этом не просто говорил о разумном подходе. Если нет экономического роста в стране, стране-должнике, невозможно оплатить задолженность. И руководствуясь этими соображениями, Аргентина позднее выплатила в 2005 году после погашения всей сложности МВФ, который навязывал макроэкономическую политику нашей страны, вышла из этой пагубной ситуации. С тех пор экономика Аргентины растет. En la locomotora de los países emergentes, que eran los que venían sosteniendo el crecimiento sostenido. Мы стали своего рода также дополнительным локомотивом развития других стран мира. Об этом не следует забывать. И не надо забывать о том, что наиболее темпы роста среди формирующихся рынков, которые, во главе которых были прежде всего страны африканского региона, примерно такая же практика. И я так, в качестве первого решения, в качестве президента республики в 2008 году и в сентябре 2008 года подвела соответствующее решение. И поскольку я дело, как этот локомотив выводит нашу страну из практически ситуации, когда развитие практически отсутствовало. Вы знаете, что в Китае в 2007 году темп экономического роста составили 4% ВВП. В 2008 году Lehman Brothers и Wall Street привели мир к экономическому кризису, и последствия его до сих пор испытывают на себе. Но здесь есть и различия. Кризис возник здесь, в центре финансового мира. В 2007 году возник кризис, который окончательно приобрел огромные масштабы в 2008 году. 2009 год был, по сути дела, годом коллапса мировой экономики, за исключением азиатских стран, в том числе и в Латинской Америке. Нас в 2009 году не было прироста, прирост был негативным. В 2011 кризис распространился и на еврозону.
За этим последовали сделки с странами-должниками. Мы знаем эвфемизм. Говорили о спасении стран-должников. Когда спасают банки, миллиарды долларов переводились в банковские структуры. Все эти решения, которые были приняты в Лондоне группой 20. Да, банки мы спасли, но до 13 года у нас сохранялась депрессия. Крайне важно ввести какие-то нормы, которые позволили бы ресурсы, которые влили в банковский сектор, направлялись бы на цели реальной экономики, для того, чтобы они способствовали производству товаров, дому, раунду роста, но ничего подобного не было сделано. Спасение стран, по сути дела, было не больше, чем политикой коррективов, своего рода настройки финансовой системы. И в еврозоне такого рода подстройка привела к рецессии. Они опустились на уровни, чего с ними никогда не происходило в Италии. 25% молодежи оказались без работы. Также и в Испании. И затем в 2014-2015 году резко упал глобальный спрос. И мы видим, как этот локомотив набирал пары. А Lehman Brothers как раз была одной из крупнейших компаний на Уолл-стрите. И сейчас пытаются обвинять, однако, в кризисе нас, формирующие рынки. Но мы же были частью этого роста, несмотря на те трудности, которые у нас были, несмотря на хищнические фонды, которые грабили нас. Мы реструктурировали наши задолженности по доставке 2,7%. Именно эта цифра была установлена судебными инстанциями. Мы же платили 7%, 200 миллиардов долларов пошли на реструктурирование 40 миллиардов по 9%. Это логика совершенно непонятна. И непонятно, как можно реструктурировать под 93%. Мы, однако, все время платили им все время. 7%, половину 22%. Любой судья мысль логически сказал, это неправильно. Нельзя платить 7% то, что когда им от них требуют, и нельзя требовать от них, чтобы на 103% своих поступлений вкладывали в оплату задолженности. Необходимо одобрить базовые принципы реструктурирования суверенного долга. Этот вопрос. Тем более, что как в Бельгии надо вести законы против хищнических финансовых структур. 70% Аргентина выплатила своим кредиторам. Затем была принята первая серьезная попытка внести какой-то разумный подход в регулирование любого сектора, каким бы он ни был, финансовым или деривативным. Потребовали, чтобы банки занимались банковской деятельностью, а не посторонней деятельностью, но с тех пор более ничего не было сделано. Поэтому
учителя уже говорили о том, что согласованные решения были крупным шагом вперед. И мы должны придерживаться этих решений, поскольку мир, дамы и господа, ничего хорошего нам не смог предложить. Теперь мы столкнулись с кризисом беженцев, что вызвано финансовыми хищниками в странах, которые не в состоянии помочь своим гражданам. Приходится в утлых лодках перебираться в Европу. Хотелось бы также остановиться и на процессе концентрации экономической мощи в мире. Согласно последнему докладу МВФ, 1% населения мира владеет 50% богатства здесь, в стране, где мы сейчас находимся. Они, где пытаются с помощью среднего класса содействовать реализации американской мечты, поэтому многие люди стекаются сюда. 1%. И как долго такого рода общество может сохраняться? Как долго мир будет терпеть несправедливость в том, что касается инклюзивности и поступлений? Примером тому служило то, что сказал президент Си Цзиньпин. Как можно говорить о расширении прав и возможностей женщин, если ресурсы распределяются несправедливо, когда приходится изгонять из своей страны людей, в то время как их никто не готов принимать в других странах, их там не принимают. Такая сложилась ситуация, и мы должны ей заняться. Мы должны решить проблему финансовых рынков. Ресурсы должны идти на службу реальной экономики. В целом производство, что является крупнейшей движущей силой развития обществ и экономики. Я также хотела бы поздравить США и Исламскую Республику Иран и других членов Совета, постоянных членов Совета безопасности плюс Германию за то, что им удалось достичь договоренности по вопросу о ядерной энергетике, что, безусловно, поможет урегулировать ситуацию и обеспечить большую безопасность Ирану и всему миру, где повсюду ведутся войны и конфликты. Мы хотели бы при этом сказать, что в 2010 году Аргентину с визитом посетил господин Гарри Сеймур. Он был крупнейшим советником по ядерным вопросам при Белом доме. Он приехал с миссией в Аргентину, преследуя одну цель. А именно, он хотел бы, чтобы Аргентина, которая в 1997 году в рамках первом демократическом правительстве отказалась от контроля со стороны МАГАТЭ, и хотела обзавестись ядерным топливом. И ему господин Тинеман объявил, что переговоры уже ведутся в целях достижения соглашения. Исламская республика Иран обладала не такими же большими запасами урана, но они хотели продолжать эти пути использования ядерного энергии. Поэтому они обратились к Аргентине, попросили предоставить ядерное топливо Республике Иран. Господин Рухани еще не был президентом. Я помню, что министр иностранных дел пришел ко мне и сделал мне предложение об этом.
Советник из Белого дома сказал, что будет это трудно осуществить, учитывая отношения с Ираном, учитывая террористическое нападение, которое произошло в Республике Аргентина в 1994 году и решение судьи обвинить ряд иранских граждан в этом. В этом контексте Аргентине было просто невозможно содействовать этому процессу переговоров, которые уже шли полным ходом в 2010 году. Мы собрались у меня в кабинете, и я хочу сказать, что предложение было сделано в письменном виде, оно было подписано, и несмотря на то, что мы много проделали, поскольку было важно добиться этой цели в области ядерного неразоружения, здесь Аргентина входит в маленькую группу стран, которые производят ядерное топливо, вместе с тем мы являемся лидером в плане режима нераспространения ядерного оружия. То есть это также вопрос государственного статуса. Я об этом сообщил моему министру иностранных дел. Он довел эту позицию до посланника Белого дома. И мы сообщили, что это ядерное топливо. Это собственность Аргентины. У нас есть необходимые технологии для его производства. Но при условии, если будет письменная просьба, и это подписано, это было в 2010 году, когда Аргентина подписала меморандум о понимании конкретно с Исламской Республикой Иран, чтобы учесть правовые аспекты этого соглашения. В 2004 году нападение имело место, но речь идет о 2013 году. Мы твердо уверены, что нужно бороться с терроризмом. Необходимо было восстановить справедливость, найти виновных и наказать их за это террористическое нападение. В этом был смысл меморандума о взаимопонимании. Но мы достигли этапа, когда подписание соглашения между пятеркой плюс другими государствами пришло, к власти пришел президент Рухани, и нам просто не было непонятно, почему, если высказывалась критика, если переговоры, предполагая соглашение с Ираном, то судья из Аргентины мог встретиться с пятью иранскими гражданами в Иране, поскольку они давали им, выдавали их нам. Об этом сказал другой президент, говоря о демократии и демократических отношениях. Да, действительно, здесь много лицемерия, много геополитики и очень мало интереса к реальным фактам, чтобы воздать должное памяти жертвам катастрофы. И на последующем этапе, когда мы направили этот договор, который был согласован нашим Конгрессом, я говорю о американском конгрессе, он утвердил это соглашение, это будет важный вклад в реальный мир. Это не означает, что то, что не относится к нам, не относится к другим. Мы просто должны использовать какие-то элементы, которые важны для нашей цели. Мы просто заявляем о необходимости улучшить образ страны. Но реальная ситуация именно такова. И, наконец, судья
в данном вопросе счел необходимым прояснить ситуацию в отношении обвиняемых. И сейчас этот вопрос зашел в тупик. Мы можем рассчитывать только на добрую волю Исламской Республики Иран, поскольку у нас нет другого инструмента влиять на результат. Но то, что прошло в моей стране, Республике Аргентина, таково, что речь идет о необходимости воздать должное, а речь о высоком уровне разведданных. Здесь подключились юридические структуры. За этим следит общественность. И после того, как было на распоряжение службам безопасности Аргентины в связи с большими подозрениями, чтобы урегулировать эту проблему в отношении иранцев в конце прошлого года, de algunos altos funcionarios, algunos de ellos que venían desde el año 1972, которые были в руководстве 1972 года, они покинули руководство, в том числе из моего окружения, они переехали сюда, в Соединенные Штаты. Это происходило несколько лет назад. И сегодня могу сказать, что прокурор Нисман умер. Я всегда утверждала, что речь идет о нечестной борьбе, похожей на шахматы на международной арене. Все происходило в рамках интереса, не соответствующего нашим интересам, когда остальные являются аутсайдерами. И вот устные слушания произошли после 14-летних задержек. Расследования, которые начались, связанные со смертью Нисмана, позволили установить интересную информацию и связь с секретными службами других стран, у которых есть счета за границей, и они связаны с секретными фондами, а я говорю о членах еврейской общины в моей стране. Я не говорю об этом, я не говорю о лжи и лицемерии, я говорю о том, что реально произошло. Несколько раз, в частности, пару дней назад я упоминал об этом. Я говорил об этом американскому послу в моей стране. В каком качестве это бывший член службы безопасности Аргентины находится в США? Его обвинили в нарушениях и в военном перевороте с первого дня, когда я пришла к власти. Еще даже когда я была провинциальным членом парламента на юге страны в Патагонии, именно тогда произошел взрыв бомбы, и он отвечал за это. Расследование дела Нисмана связано с этим и с другими лицами. Наш посол США в тот момент после распоряжения Министерства иностранных дел передал памятную записку в Госдепартамент и провел встречу в Госдепартаменте. И было отмечено, что он практически подвергается ему обеспечена защита здесь в США. Несколько
han pedido a Interpol лет назад que libre orden azul, esto es orden de paradero, распоряжение Интерполу, фактически был выдан ордер на арест Интерпола. С 2007 года началась эта процедура. Сначала предыдущий президент, затем я, но все время говорили о продлении расследования этого дела и просили выдать людей из Ирана. Мы также рассчитывали на сотрудничество США. Судьи в нашей стране хотели бы знать, где находятся эти люди, где эти должностные лица. Говорилось также о возможном прикрытии. Поэтому вы, наверное, спрашиваете, почему я так много времени уделяю этому вопросу. Это буквально минимум времени, которое могу уделить, учитывая то время, которое потребовалось этим хищным фондам подвергнуть нас критике, обвиняя нас в пособничестве с иранским режимом. Если бы это было так, то кто тогда президент Обама? Он в таком же положении. У нас не может быть двойных стандартов дипломатии. Мы не можем продолжать использовать оружие в качестве инструмента международных интриг. На примере романов Жана Ле Карре. Мы живем в эру коммуникаций, эру интернета и быстрой связи. Сейчас есть мощные инструменты связи для всех нас, для каждого, и все могут знать, что реально происходит на конкретном этапе, в какой конкретной точке. Поэтому Аргентина, мое правительство, наше правительство будет неустанно стремиться к установлению истины и правосудия в отношении дела АМИА. И мы рассчитываем на сотрудничество тех стран, граждане которых обвиняются. И эта страна, США, также должна содействовать разъяснению ситуации. Почему они стали гражданами? Поскольку они обязаны быть в нашей стране, в Республике Аргентина. Но в условиях экономического кризиса, хочу сказать, что я внимательно выслушал некоторые выступления сегодня и поняла, что изменения происходят с огромной скоростью. Я помню последняя встреча, которая прошла в группе 20, я не могла участвовать в ней. Последняя встреча была в Санкт-Петербурге. Я не могла участвовать из-за болезни. Правительство Сирии противостояло борцам за свободу. Они получили поддержку всего западного мира, а сейчас так называемые борцы за свободу влились в армию ИГИЛ. И поэтому хочу задаться вопросом. Как эта группа функционирует? Исламская группа. Кто финансирует эту организацию? Когда вы видите эти ужасные сцены, когда можно увидеть 3-4 камеры, которые снимают это как кино. Конечно, это не то, как это может быть сделано в домашних условиях. Речь идет практически о съемках, как в Голливуде, с огромными камерами, как в фильмах Фреда Коппола. Мы задаемся вопросом, почему это так? Как это происходит? Это направлено на то, чтобы мы нашли ключи к тому, чтобы бороться с худшим бедствием человечества.
Речь о фундаментализме, независимо от его характера, догматического, религиозного, когда они считают соседа врагом, мишенью, которую нужно уничтожить. Хочу сказать, что сегодня я покидаю Генеральную Ассамблею. Мы знаем о проблемах задолженности международного терроризма. Я хочу воздать должное сегодня континенту, членом которого я являюсь, Латинской Америке. Несколько лет назад я была здесь. Un presidente y compañero al que quiero y admiro. El presidente de Cuba, Raúl Castro, que luego de 17 años Cuba retorna a Raúl Castro, страну, которая мне нравится. Сказал. Я рад, что президент Кубы впервые за много лет приехал сюда. Для нас, латиноамериканцев, членов Меркосур и СЕЛАК, те, кто вели такую напряженную борьбу, которые ратовали за то, чтобы Куба стала частью международной организации. Мы видим это как в качестве триумфа на настойчивых усилий Кубы. Мы также признательны правительству США, которое, наконец, открыло, начал действовать более открыто, и хочу приветствовать другие латиноамериканские страны, которые также действовали в этом контексте. Можно сказать, что это представитель сыграл важную роль в восстановлении отношений между Кубой и США. И он пришел сюда и сказал, никто не может одиночку определять политику. Есть базовый принцип, который связан со всеми религиями. Не поступай с другими, если ты не хочешь, чтобы другие поступали так же с тобой. Об этом сказал Папа Франциск. Несколько лет назад я была рада увидеть радостные лица президента Колумбии, президента Кубы и президента ФАРК, которые начали переговоры, чтобы положить конец кровавому конфликту многих лет, чтобы положить конец брату объединенной войне, социально-культурные конфликты невозможно урегулировать оружием. Их нужно решать только в виде переговоров и шагов навстречу друг другу. Я также приветствую тот факт, что я являюсь частью латиноамериканского региона. У нас нет религиозных противоречий и конфликтов. Мы все сыновья и внуки иммигрантов. Мы также получаем и внутреннюю иммиграцию в моей стране. Национальный университет приглашает студентов со всего континента. Мы никого не отвергаем, поскольку мы считаем необходимым содействовать справедливому миру. Поэтому Латинская Америка является символом демократии и свободы. Некоторые говорят о политических правительствах, но речь идет о том, что их поддерживают миллионы сограждан. Они позволяют гражданам получать соответствующее образование и услуги. Мы большой континент, который интегрируется. И тот вклад, который мы внесли, a la que le soltaron la mano en el 2001 y que hemos podido reconstruir nuestro país hoy,
2001 года огромен. Мы реконструируем нашу экономику. Мы растем в год на 2,2%. Это означает, что рост, развитие производства, торговля будут связаны с тем, чтобы привлечь тех людей, которые работают, чтобы повысить их доходы, особенно тех, кто получал маленькие зарплаты, соблюдая права молодых людей, опираясь на идеалы более справедливого и равноправного общества. Благодарю вас, дамы и господа. En nombre de la Asamblea General, от имени Генеральной Ассамблеи я благодарю президента Республики Аргентина за выступление. Я попрошу представителей оставаться в зале, пока мы не сопроводим президента Аргентины из зала.